Так, ладно, пока устраиваем мини-рейд, друзья мои. Там никто не услышит. Париться особенно не надо. Потом, думаю, может... Это прикол такой. Вот эта вот будка мне нужна. Так, ну мне эту херню надо убирать. Что это за беспредел такой? Наглость-то какая. Я, бля, фундамент поставил, никакого домика не было. Плюнуть не успел, уже появился. Нахрен посланы. Да, капец. Раз, два, три, четыре. Привет, лутовая. Ебать тут нычка. Было. Ах ты, сука! Вот моя кирочка. Я ее узнаю. Она все заныкана, да? То есть у этой крысы что-то здесь где-то заныкано. Блин. С фундаментами сносить я не горю желанием. Ну, вообще-то немного... Ну да, блядь, это мои ножи. Четыре ножа было. О, пидорас-то, а. Что вот ты меня зарейдил, пожалуйста. И патроны. Надеюсь, он мне не бобовками рейдил. Ну да. Лестниц как раз 8 штук у меня было. Я не знаю, это, друзья, совпадение. Это настолько больное, я не верю. А, понятно, он бедолага, все добывает никирками. Ну, удачи ему. Царствие небесное. МПшечек с прицелом. Тончик. Он где-то все сныкал, а где ты сныкал все, дружок? Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йок. Бегать может танк мочкануть? Не, есть, конечно, баг, который позволяет эти нычки видеть. Но ими пользоваться не горю желанием. Это немножко будет в кавычках по-свински.
Так, а мне надо где-то расположиться теперь получается. Блин, это будет не так-то и просто. Значит, надо передумал вышку эту грохнуть, это 12 сишек. Ну ладно, там железо наплавится, я еще сишки наделаю. Не такая супер большая проблема. Но мне надо расположиться как-то между вот этими баранами. Так, remove home 5. Угу. Дерева у меня, конечно же, нету. Это сейчас не столь важно. Дерево где-нибудь тут соберу, к тому же здесь биомчик-то поприятнее будет. А как они танк тогда взрывают? Ладно, сейчас пойду посмотрю. Ебаный вертолет, мне все планы поломал. Блин. Сука. Мудицкий вертолет, блять. Так, запись включилась, включилась. Через жопу все работает. Все, погасло. Давай посмотрим, что с увеличенным лутом будет в танке. Охуенно. Не, ну я просто поражаюсь. Бля, это танк. Вы что, издеваетесь надо мной? А где еще ящики? А вот еще один. Ой, калаш. Обалдеть. L96. Спас. Кто придумал такой дебильный лут в ящике? Ну, калаш можно взять. Тут вроде еще ящик, да? Короче, который это 9-й раз танки подрываю. Вот этот чудик сейчас 3 часа ночи. Я могу сказать, что скорее всего он спит, просто решил не выключать компьютер. Ну, гранатомет, конечно. Спасибо. Не надо будет делать. Но вот то, что больше нифига полезного здесь нету, это вот, блин, обидно. Так, кстати. Не добывается он. Я не знаю, чем его добывать можно. Писали там что-то, я забыл, если честно. Ну, в общем, короче, танк танком. Как всегда. Ни хера полезного. То, может, еще один подорву. Оно испится довольно-таки часто. Что это за лут такой, а? Писец какой. Я же плюнуть неохота. А, домой пойду. Ну что ж, уважаемые гости, зрители моего канала. Как говорится, я был прав. Человечек спал. И, по моим подсчетам, у меня есть где-то примерно от 2,5 до 3,5 часов. Его зарейдить. Пошли посмотрим, что у нас там по амуниции есть, в принципе, в общем целом. Так, турельки. Мне на турельки нужны огненные потрошки. Но огненные потрошек у меня маловато. Ладно, возьму вот так вот. Здесь у меня еще ракетки и гранатомет. 20 лорок. Это все мне не нужно, это все мне не нужно. Это все хорошо. Вставляем. Тоже мне пока не нужно все. Порох, порох, порох.
шприцы на всякий случай я возьму. Сишки сразу все брать не буду. Надо мне израсходовать здесь. Ох, ёпты. Я сдохну это расходовать, это я честно скажу. Вот так вот возьмем. 62 ракеты. Маловато будет. Можно откопаться. Вот так вот сделаем. Потом что еще возьму? Так, 2 часа 25 минут сегодня. А, кстати, я же не показывал вчера, что я сделал. Вот такую вот ахинею я сделал. Да, я понимаю, тут еще не все закончено, но... У меня домик день продержался. Плавлю все в печке теперь. Большой. Оно быстрее. Надо было раньше поставить, не просто влом было. Ну, как сказать, влом. Я бегал, прокачивался, я не так хорошо добывал, чтобы ее ставить. Так, что откидываем сюда сразу? Откидываем сишки, половину ракет, гранатомет есть, его хватит на 140 ракет, этого вполне мне будет достаточно. Так, стоп. Печка. Руза. Печка. Ты иди пока лесом. Я лучше сюда топливо положу. Это я пока все оставлю. Так, у меня 4 ЛР-ки. Пушки мне, в принципе, не нужны. ОМ-4. Отправляемся. Надеюсь, там меня подстав никаких не будет. Нет, подстав никаких нету. Блять. Это что сейчас было? Простите, пожалуйста. Оу. Ты такой тут борзый. Ну ладно. Давай-ка разберемся с этим сначала. Не ожидал, если честно. Я там одна? Или сверху тоже есть? Это админ, походу, снес. У кого такой борзометр зашкаливает? Очень интересно. Мадам, здравствуйте. Блять, хуй поймешь, попал или нет. А сейчас стенку там снесу быстрее. Здравствуйте. Я тут к вам в гости. Сколько патрошек? Сколько? Да я бы такой сдох разряжать. Мясо, что-нибудь еще такое есть? Там гантрап, да? Да? Почему он не стреляет? Мне инсендари нужны.
Да ёптую. Когда этот баг с перезарядкой-то починят? А, смотри, инсендарь-то не сильно портит ружьюшка. Ну ладно, раз, два. Ну ладно, это я потом зачищу все. Вот и лутовая. Вот и спальник не пойми чей. Вверху там что-то есть скрытое еще. Да ё-моё. Спальник тоже бы не помешало вырубить. Я бы на этот домик даже внимания не обратил. Если честно. Он мне, в принципе, нахер не нужен. Чувак, ты вот... Ой, блядь, жопа горит. Смотришь, друг, это видео, но вот турельку ты зря ставил. Мне было бы на тебя глубоко бы насрать, если бы не твоя долбаная турелька. Ну лута тут, скорее всего, не будет, да? Ни тут, ни там, нигде. Да я в этом не сомневался. Мне нужно другое посмотреть. 100. 100. 100. А нет, смотри, что-то даже есть. И что? МВК... О, лесенки, кстати, я забыл взять. Отлично, спасибо. Ну, по серии я купился примерно. О, ткань, это хорошо. Ткань не всегда пригодится. Не, ну реально, я бы на этот домик внимания не обращал. Нахер мне нужен. Знаете, такой сюрприз. С турелькой, блин. Нормально. Нет, не нормально. Админ все-таки снес постройку твоего друга, ну да ладно. Так, перезаряжаемся. Кстати говоря, интересная лестница, висящая в воздухе.
А давай сделаю попроще. Железо же у меня есть? Есть. Раз, два, три, четыре. Шкафу авторизуемся, да и все. Какие серьезные ятлики. Забываю все, сорян, ребят. Я все вот эту хрень забываю, что надо по потолку стрелять, чтобы огонь добивал. Склероз. Так. А дерева у меня нету, да? Да, оно мне-то и не нужно. Я не могу это здесь поставить, да? Ага, слушай, мне нужно дерево добыть. Это ладно, пошли пока так. Раз. Два. Какой удобный позишн. Так, ворота, да? О, что я вижу? Сейчас я ему быстренько все турельки спалю. Все, тоже не проблема. Можно вообще-то было взять разрывные вот насчет верха. Ну, я и так поизвращаюсь. У меня огненные патроны-то девать некуда, в принципе. Как оказалось, турели почему-то они не заряжаются. Кстати, очень интересно, почему. Вроде же должны были заряжаться. Та-та-та-та. Ну, байтить я сомневаюсь, что имеет их смысл, друзья мои. Да и вообще, когда так мало турелей, не имеет смысла по ним так стрелять. Турелей нету. Да, можно разрывными сбегать. А хотя, я же спланировал 4 лырки израсходовать. Ну и сделаем это. Так, ладно, вернусь к вам, когда закончу.